Обыкновенная история Кемеровского театра для детей и молодежи открыла 4-й Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Золотухина. Первый блин хотелось не комом, признается директор. Постановку выбирали из 40 имеющихся в репертуаре. Это спектакль о молодом человеке, уезжающем из провинциального города в столичный город и не находящем себя там, и возвращающимся, и потерянным. И мне кажется, это очень сегодня вот и про подростков, и про взрослых людей. И даже вот я уже сегодня говорил, у меня двое детей, 20 и 16 лет, это же прямо вот боль моя, они улетают из гнезда. И как их отпустить, и как сделать так, чтобы в этом большом опасном мире они не заблудились, не потерялись. Вот об этом спектакль. Кроме этого, барнаульцев порадуют такие спектакли, как «Эзоп» Альментьевского татарского государственного драматического театра, «Горе от ума» Новосибирского городского драматического, «Горка» Московского театра на Таганке, которым фестиваль и завершится, и другие. Порядка 50 заявок было на фестиваль, отобрали ровно столько, сколько попали в афишу, поэтому было беспристрастное, компетентное, экспертное. Жюри. Если, видя спектакль, ты понимаешь, что его авторы не могли не сделать его, то это дорогого стоит. Если это вещь, которая могла появиться, а может быть и нет, тогда это также заметно зрителям. Вот мотивированность создателей – это вещь, которая оценивается чувственно, не интеллектуально. И в этом смысле, конечно, главными экспертами являются зрители. В конкурсной программе поучаствуют все, кроме москвичей. 9 номинаций, лучший спектакль, лучшая женская и мужская роль и прочее, а также гран-при. Пока что еще Алтайский край, как и все регионы, работают в условиях ограничений. 50% только зрителей мы можем принять на каждой театральной площадке. Но, тем не менее, было принято решение проводить его в очной форме, потому что все-таки фестиваль – это праздник, это встреча людей, это возможность показать спектакль зрителю. И, конечно, онлайн-формат не заменяет всего того, что дает живой театральный фестиваль. Сегодня в репертуаре МТА Тимур и его команда от Екатеринбургского театра и «Мой папа Питер Пен» от наших земляков. До 24 сентября для жителей и гостей краевой столицы каждый день будут показывать по 2 спектакля фестиваля. Анна Москаленко, Денис Кузьменко. Новости.